одержит великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, победит в борьбе за создание стабильной обстановки для развития. У Акая есть пословица: одежда хороша, новая, а друг старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше нового. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Новые времена, новые отношения. Придя к власти в 2011-м, Ким Чен Ын начал менять страну и провел, пусть осторожные, но экономические реформы. Отменил компании по борьбе с частниками и даже коммерческие предприятия разрешил.